Уникальные снимки, сделанные в горячих точках. Лица военных, защищавших страну в разные годы. В ДК поселка Зубчининовка открылась выставка «История моей семьи в истории страны». Первыми посетителями стали ученики, преподаватели и выпускники 147-й школы. Среди них ветеран войны в Афганистане Петр Петров. В 1959 году он переехал вместе с семьей в город Куйбышев, окончил 147-ю школу и посвятил своей жизни военному делу. Прошел войну в Афгане в составе ограниченного контингента советских войск. Служил в Гордезе в 56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Принимал участие в десятках боевых операций. Здесь трудно было, здесь шла война, пусть не такая, как в 45-м, но там держала испытание страна. Здесь нас судьба на выбор испытала. А пули же такие также бьют на вылет в кость или пролетят над ухом. И дома наши близкие слезы льют, не дождавшись от сынов своих внуков. Выставка и сам проект очень грандиозный. И он находится в самом начале. И думаю, что в будущем эта выставка композиции только увеличится новыми и фотографиями, новыми экспонатами. А фотографии, ну, это близко, это вот действительно то, что вот происходило на самом деле со знаменем. Военнослужащие прощаются или награждают их. Вот. Здесь саперы работают, миноискатели, собаки, друзья, очень здорово. Радист. Вспоминая те годы, понятно, что вспоминаешь и друзей, ребят, с кем воевал, с кем жил. На выставке представлены работы фотожурналиста Вячеслава Киселева, который более 30 лет работал в агентстве печати и совершил 9 длительных командировок в Афганистан. Отдельно стенд, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживали в Самарской области. За каждым человеком это своя история, своя жизнь, свои подвиги. Ну и, будем так говорить, это странички истории. Хотел бы отметить, что вот учащиеся школы, они, ну, с таким трепетом, с таким вниманием собирали вот эту вот коллекцию, ну, вот эти вот странички истории о своих земляках. Такие выставки помогают молодому поколению прививать патриотизм и поближе познакомиться с героями Отечества. Эти выставки чем хороши? Чем хороши? То, что дети приходят. Мы их как бы, я о своем прошлом рассказываю, и будущем. Они вот не только такие бывают, здесь и художественные выставки очень много бывают. То есть разноплановое это все мероприятие. И жизнь вот в Доме культуры, она стала как бы живая и наполненная. Вы спросили, на что это влияет? Да, на воспитание, на патриотизм, на, в конце концов, на добро, на умение жить, на умение защищать родину, создавать семью. То есть вот то, что главное, ради чего мы живем. Выставку могут посетить все желающие до 15 мая в ДК «Луч» поселка Зубчининовка. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».